Ну вот, урожай этого года собран, поле вспахано под зябь. Сейчас у нас идут лабораторные исследования всего того, что мы здесь вырастили. А весной, в мае, мы опять придем вот на такое же поле, чтобы закладывать свои новые опыты уже следующего года и проводить дальнейшие полевые эксперименты. Откровенно говоря, это было поначалу, это даже какая-то случайность была. Но я окончил в 81 году Оренбургский сельскохозяйственный институт. Ну, по распределению все равно было в Казахстан. Я приехал сюда и устроился научным сотрудником вот, в казахский НИИ рисоводства. Ну и увлекся этой работой, понравилось, начал исследовать, изучать. Это очень интересное дело, создание новых сортов. То есть это биологическое конструирование. Мы создаем новые биологические объекты. С учетом того, чего требует наше производство, потребители. Селекция, она объединяет очень много смежных наук. Теоретическая основа селекции – это генетика. Потому что новые сорта создаются на основе гибридизации, нужно изучать потомство, как наследуются те или иные признаки, как это... Здрасте! Здравствуйте! Ну что, что получается? Это стекловидные. Стекловидные, да? Ну понятно. А это мучнистые, да? Процесс создания нового сорта начинается... так сказать, с модели. То есть селекционер должен знать, что нужно сейчас производству потребителю. И потом мы начинаем конструировать это. Сорт – это средство производства или такая, если хотите, биологический механизм, биологическая конструкция. Мы начинаем искать среди уже существующих сортов отдельные сорта, которые определяют в сильной степени выраженности вот этими нужными нам признаками. Если мы возьмем 5 сортов и так последовательно скрестим их друг с другом, это еще не дает гарантии, что вот мы посеем их потомство, и оно будет все эти объединять. Мы их сеем, на следующем этапе еще отбраковывается, еще и в конечном итоге, ну, может даже так получиться, что ничего не получится. А может получиться, что мы найдем то единичное растение, которое даст начало новому сорту. Еще несколько лет, 6-7, уходит на их изучение, поэтапное. Ну а потом мы их передаем в государственные сорты испытания производственникам, и они уже дают окончательную оценку. Они перерабатывают, смотрят, какой крупы, соответствует ли качество, пойдет ли он на рынок, будет ли его покупать. Вот это вот такой вот процесс, длительный процесс. Ну, у нас с институтом рисоводства имени Уража Хаева у нас тесное сотрудничество в области семеноводства, в области агрохимии. Александр Николаевич, у нас тесное сотрудничество, потому что мы в плане, на будущее у нас есть такие планы, использовать и их сорта, и их егошные селекции. Вот сейчас на подходе селекция института риса, вот сорт под названием Сыр-Аруа. В пробных партиях он доказал то, что он удовлетворяет все наши запросы. Это в плане выращивания и в плане переработки. И отчитывает все нашим требованиям по качеству. Я работаю в рисоводстве 36 лет. Но в первые годы для меня это была лотерея, конечно. Потому что я многого чего не знал. Я и сейчас-то не знаю особо много. На взгляд постороннего человека, незнакомого, кажется, что все они одинаковые. Вот растения, ну, все один. Нет, мы видим, мы в каждом растении видим... Тот, кто видит это постоянно, да, тот видит все это различие. И каждый год это новое, новое. Ты открываешь каждый год. Даже одну и ту же линию ты изучаешь. Она в этом году такая, на следующий год она может измениться, и тебе интересно. Ты начинаешь выяснять, а почему она изменилась. Тут постоянная новизна. Так же, как какой-нибудь скульптор или конструктор, он лепит там фигуры, вылепляет их. Так же и мы будущий сорт лепим, вылепляем из отдельных деталей, которые мы берем из мирового генофонда, отдельный признак. Вот сюда вот. Через год мы скрещиваем другой признак. То есть мы конструируем. Это как рисование картины, как что-то, создание какого-то механизма. За последние 5 лет Александр Николаевич, он вывел уже более 5 сортов риса. Уникальность выведенных сортов риса в том, что они устойчивы, во-первых, к засолению, во-вторых, это суховей, и, в-третьих, потом наши почвы не богаты питательными веществами.
И уникальность этих сортов в том, что они приспособлены к этим экстремальным условиям. Ну как тут наши анализы? Ничего, сейчас мы определяем. И что у нас по фосфору получается? Мы определяем подвижную форму фосфора по методу мочевина. Вот все приготовили. Сейчас мы образцовые растворы приготовили и вот эти сведомые растворы. Сейчас будем пропускать через... Полчаса будем пропускать через ФЭК. Через ФЭК. И определим, сколько фосфора у нас содержится в почве. Каждый год мы сеем порядка около всего, по всем питомникам, около 4000 линий. Убираем порядка 300, все остальное бракуется на корню. И после лабораторной оценки остается 30-50. Но мы опять их дополняем до тех же 4000. Это совершенно новые. Каждый год это обновляется на 90-95%. Каждую осень, каждую весну сеем новые. Все это обновляется, ежегодный поиск, поиск, поиск. Без риса просто здесь не будет сельского хозяйства. Это без воды у нас при нашей 45-градусной жаре, при нашем резко-континентальном климате у нас тут расти без риса ничего не будет. Рис – это двигатель, он как локомотив, он тащит за собой, он везет за собой другие культуры, а эти культуры, в свою очередь, позволяют развиваться другим отраслям, в частности, животноводству там и другим. В 81-м году мы как-то в институте риса мы работали. Правда, я вначале сватала его за русскую. И вот так я их сватала между ними, как шутя, естественно. И оказалось, он влюбился в меня. Я ушла с института. Через год мы с ним встретились, нос в нос встретились. Он как мне говорит: «Все, я тебя целый год ищу, тебя не могу найти», говорит. И вот так мы поженились уже. Вот уже в этом году 34-35 год пошел. Ну, внучки наши. Вот. Дочки, внучки. А где Артем? Посмотрите, деда, скажи. Где деда? А Чека где? Где деда? Скажи. И Тимарик. А, вот теперь хорошо видно, да. Привет, да. Дома молчаливы. Он любит заниматься своим делом дома. Ему самое главное, чтобы работа, чтобы ему не мешали. Никто не мешал, он занимается своим делом. И я когда засыпаю, когда я засыпаю уже, дети спят, дом спит когда, вот он тогда уже начинает работать. Но когда он работает до 6 утра, я иногда просыпаюсь в 6 утра, он сидит, работает, вот настолько трудолюбие его. Я иногда, вот, иногда так заглядываю, спрашиваю: «Саш, тебе нравится вот это все время считать?» Говорит, я, говорит, жду конца, говорит, я вот этот конец для меня, говорит, самый итог, говорит. Я, говорит, с удовольствием это считаю. Раз уж ты взялся за какое-то дело, ты его должен делать так, чтобы никаких попреков со стороны не было, что ты его делаешь что-то не так, что-то не... Ты должен его делать, и желательно делать его лучше, чем другие. А если ты не уверен, что ты можешь это сделать, хотя бы на нормальный момент, то ты лучше вообще не берись. Мы шли с ним, он уже писал кандидатскую. И он мне говорит: «Айшара, говорит, вот смотри, говорит, люди как живут, говорит, мы, говорит, зарплату столько-то времени получали. Зачем это мне нужно? Наука мне». Я говорю: «Как это так? Тобой будут дети гордиться, твое имя, говорю. Будет, они будут гордиться, вот какой у нас отец был, какой у нас дедушка был, правнуки, вот какой у нас прадедушка был». Я говорю: «Это же твое имя никогда не заглохнет, оно останется в истории». Если вот иногда говорят, вот, а вот если бы у тебя жизнь по-новому, я был бы, делал бы то же самое. Ну, может быть, какие-то там... Но стратегическая линия осталась бы та же самая. Я абсолютно не знаю.